2005 году я закончил 13-ю гимназию нашу Одинцовскую. И вот в старших классах, где-то 10-11 класс, очень сильно загорелся профессией пожарного спасателя. И поступил на обучение в ближайшее учебное заведение, которое обучало эти профессии. Это в городе Волоколамске, Волоколамский техникум. Первая работа моя была здесь, это в Одинцовском территориальном управлении силами и средствами государственного учреждения «Мособлпошспас». Вступил на должность начальника караула в пожарную часть. Впоследствии в управлении был замечен начальником управления Шабаевым Александром Владимировичем и переведен на должность помощника начальника управления. В управлении я проработал 6 лет до 2014 года, после чего захотелось обратно боевой работы и перевелся обратно в пожарную часть в Новоивановске. В 2014 году, когда создавалось вот это учреждение, тогда оно называлось ЕДДС Одинцовского муниципального района, мне была предложена здесь должность начальника смены ЕДДС. Я на эту должность согласился, но не мог бросить противопожарно-спасательную службу, поэтому остался и там. И вот 6 лет я проработал на двух работах через сутки. Тут сутки трое было, там сутки трое. Домой приходил только высыпаться. А в 2020 году на базе единой дежурно-диспетчерской службы было создано аварийно-спасательное формирование. И мне предложили его сначала создать, впоследствии возглавить. Уволился с Мособлпошспаса и дальнейшее рабочее время посвятил себя только для СФ. 2 года мы выходили на рубеж аттестации, чтобы стать профессиональным аварийно-спасательным формированием. Вот спустя 2 года мы официально в области Московской областной комиссии аттестовались. Теперь мы боевое подразделение. Это даже как не работа, что ли. Это образ жизни, стиль уже такой жизни, без которого жить просто невозможно. Уже не представляю себя ни на какой другой профессии.